Більше 300 компаній та підприємств з різних куточків світу, конструктивні дискусії, перспективні контакти. Другий міжнародний форум з розвитку фермерства в Україні «Агропорт-2015» цього року став одним з наймасштабніших заходів аграрної галузі у Східній Європі. Форум проходить під егідою Організації Об'єднаних Націй за підтримки групи DCH та Харківської обласної державної адміністрації. Генеральний спонсор – Харківський тракторний завод. Ми второй год являемся генеральными спонсорами Агропорта. Мы рады, что Агропорт растет вместе с нами. Мы считаем, что это не просто форум, это такой три в одном. Здесь не только выставка, здесь панельные дискуссии специалистов в области и почвообработки, и агротехнологий, и сельхозмашиностроения, и плюс третье – здесь инвесторы. Инвесторы, банки, все финансовые институты, которые финансируют те или иные проекты. В этом году зарегистрировано у нас на сайте 6500 участников. Но я смотрю сегодня по площадке, что это гораздо больше сегодня, чем мы планировали. Это очень приятно, это вдохновляет. И, наверное, на следующий год площадка будет больше. Кстати, мы собираемся достраивать этот терминал, увеличивать его в полтора раза, потому что нам уже здесь мало места. Головний робочий майданчик агропорту, як і минулого року, міжнародний аеропорт Харків. Відкрив масштабний захід 4-й східноукраїнський агрофорум «Еволюція агробізнесу в умовах відкритого ринку». Як адаптуватися аграріям в умовах зміни клімату? Як зробити агробізнес енергоефективним? Які технології та інновації використовувати? Ці та інші важливі для успіху аграрного бізнесу питання знаходилися у центрі обговорення учасників зустрічі. У панельних дискусіях взяли участь провідні фахівці німецьких компаній, лідерів світового аграрного ринку, політики та експерти з Німеччини, Польщі, Італії та інших країн. Ми зробили наш німецький панель о німецькій стратегії в відношенні України. Я вважав, було дуже цікаво, тому що вот основные вопросы, которые мы обсудили, это как раз соотношение между качеством и количеством, которые, мне кажется, в будущем для Украины в сельском хозяйстве будут очень важны. Очень впечатлена тем, что это мероприятие приобрело достаточно масштабный международный статус. И в отличие от многих других событий, которые традиционно проходят в постсоветском формате, это мероприятие действительно независимое. Активность, инвестиционная потребность в развитии у аграриев возросла. Несмотря ни на что, они ведут диалог о стратегиях. И это звучит очень оптимистично, и мы надеемся, что эта площадка помогает им в развитии. На виставкових майданчиках агропорту – різноманіття продукції та послуг. Від картоплі та яблук, вирощених за органічними технологіями, до літаків та інноваційної сільгосптехніки. Ми производимо мінізаводи по очистці зерна і производству сімян високого потенціалу. Тобто наш принцип заключається в тому, що, во-первых, повністю відсутствує мікро- і макротравмування зерна. То есть затем мы калибруем зерно с помощью наших решек. Калибруется зерно по объему, по форме, по питательным веществам. Наш принцип заключается в том, что перед калибровкой зерна по плотности обязательно нужно калибровать зерно по объему и по форме. То есть каждый размер нужно уже отдельно калибровать по плотности. Соответственно, такие семена и нужно сеять для равномерной всхожести, для плодородия почвы это полезно очень, ну и, соответственно, для повышения урожайности, потому что, работая по данной технологии, урожайность повышается в среднем на 15%. Данная технология внедряется нами в Украине. Уже больше 30 заводов находятся и работают в нашей стране. Мы внедряем и за границей нашу технологию, в частности, в Аргентину, в Парагвай отгружаем оборудование, в Румынию, в Казахстан, в Молдову, в Россию, ну и во многие другие страны. Не только в Украине, но и в мире аналогов данной технологии нет. Производим автомобильные весы, занимаемся разработками, предлагаем современные технологии, внедряем, то есть, самые лучшие проекты.
Сегодня много предложений автомобильных весов. Что отличает именно вашу продукцию? В чем их преимущество? Уникальная конструкция весов. Вот, разработанная по современным технологиям, используем ортотропную платформу, вот, которая дает совершенно преимущественно другие результаты. Можем гарантировать высокую точность весов, что немаловажно, потому что на сегодняшний день каждый килограмм – это деньги. В наше нынешнее время это очень большой момент. Также можно похвастаться сроками службы продукта, потому что это тоже немаловажно. Вы можете купить весы один раз, а пользоваться минимум 2-3 срока службы эксплуатации, допустим, обычных весов. Весы Axioma не имеют аналогов на рынке Украины, они обладают патентом, это наша разработка, вот, это серийное изделие, которое внесено в госреестр измерительной техники Украины. Наша компания занимается всем промышленной автоматизацией, электроснабжением. По сути дела, мы компания с большим опытом модернизации промышленных предприятий. На стенде как раз у нас представлен макет Солдовиного завода, который мы модернизировали для того, чтобы участникам выставки, потенциальным клиентам наглядно продемонстрировать наши возможности, то, что мы можем делать, какие проекты мы можем реализовывать. Компания харьковская, поэтому открыты всегда к сотрудничеству, к диалогу. Используем исключительно проверенные технологии, хорошее оборудование. Мы делаем наши проекты под ключ, начиная от предпроектных исследований, проектирования, производства оборудования, монтажа, пуска наладки и как бы берем потом на сервисное обслуживание. Мы представляем Харьковский государственный университет питания и торговли, который занимается не только подготовкой студентов, а и большой научной деятельностью, основными направлениями которой является переработка сельхозпродукции, продукции животноводства, растениеводства и так далее. Сегодня здесь непосредственно на выставке мы представляем направление, которое занимается наша кафедра. Это научная школа профессора Дубининой Антонины Анатольевны, которая занимается разработкой продуктов здорового питания. Мы представляем здесь продукты, которые полностью изготовлены из сырья нашего отечественного производства без добавления каких-либо пищевых добавок. Здесь мы представляем продукты переработки растительного сырья. Это пасты из свеклы, из тыквы. Это продукты переработки редьки. Также мы представляем серию продуктов переработки арахиса. Причем мы предлагаем сорта, которые адаптированы к выращиванию в Украине и являются менее аллергенными, чем общепринятые традиционные сорта арахиса. Мы бы хотели, чтобы наши продукции заинтересовались производители и инвесторы, потому что здоровое питание сейчас как никогда актуально. 2015 рік був оголошений Організацією Об'єднаних Націй Міжнародним роком ґрунтів. І тема збереження родючості українських чорноземів стала однією з ключових на форумі та предметом обговорення на міжнародній науково-практичній конференції «Ґрунтові ресурси – основа сталого розвитку країни», участь у роботі якої взяли провідні ґрунтознавці України та Європи. Такого роду конференції – главное их назначение – это показать пути достижения сбалансированного использования почвенных ресурсов, недопущение деградации. И второе – привлечь внимание общественности, то есть популяризация знания почвы. В свое время в украинских школах был введен урок футбола. Я считаю, что нам нужен урок почв, чтобы каждый школьник, студент четко понимал, что такое почва, что это дар Божий. Тем более, что Украина характеризуется уникальным почвенным покровом. У нас более 60% – это черноземные почвы. Царь почв, говорил основатель науки о почвах Докучаев. И, естественно, они деградируют. И мы сегодня должны в максимальной степени наметить вот такие модели пути их охраны, рационального использования. И, естественно, что мы должны в максимальной степени привлечь внимание и власти, и будем говорить, производственников и бизнес-структур к этой проблеме. Я думаю, що питання є гострим, тому що ми хочемо від цієї землі мати належну віддачу і в той же час піклуватися, щоб нашим прийдешнім поколінням достався корисний спадок.
І ми не загубили ті ресурси, які маємо в цій державі. І зараз сформована нова програма на 16-20 років, які будуть брати участь 10 установ академії. І хочу сказати, що питання, які будуть вивчатися, вони будуть, починаючи від якісного складу ґрунтів і завершуючи технологіями, яким потрібно дотримуватись на цих ґрунтах, щоб отримувати належні врожаї і не виснажувати землю, яку ми експлуатуємо. Харківщина саме славиться надзвичайно потужною, сильною школою науковою, і в цьому аспекті я думаю, що харків'янам досі повезло, що вони мають і інститут ґрунтозахисту імені Соколовського. Оскільки інститут є лідируючим, він є основоположним, він є фундаментальним, він є якраз тим, що веде і фундаментальні дослідження, і прикладну тематику, і це чи не єдиний центр, де можна отримати вичерпну, дуже хорошу, якісну інформацію стосовно тих трансформацій, які відбуваються у нас з земельними ресурсами в цілому по Україні. Польські глеби не мають високої якості. Польські ґрунти не можна назвати дуже якісними. Часто вони або перезволожені, або навпаки. Тому, щоб на них виростити щось, треба за ними добре доглядати. Це стосується правильної оранки, правильного обробітку хімічними речовинами. Тільки завдяки дотриманню всіх технологій можна отримати бажаний ефект при вирощуванні сільгосппродукції. Якщо порівнювати вартість продукції в інших європейських країнах з польськими цінами, то вони набагато менші. Але поза тим, рослинництво в країнах західних є дотаційним, тому ми не можемо витримати конкуренції в області, що стосується рослинництва. Якщо ж порівнювати українські чорноземи, то тут варто відзначити, що вони родючі від природи і набагато родючіші, ніж ґрунти у інших європейських країнах. Тому Україна має всі шанси стати із своєю рослинною продукцією конкурентом для ринку Європи. Якщо хоче о продукцію живності в скалі Європи. У останній день роботи форума, 17 жовтня, головні події розгорталися на демонстраційному полігоні Харківського тракторного заводу. Тут проходило видовищне агродрайв-шоу. Зараз конкретно йде етап основної обробки почви з чизельним плугом. Два одинакових чизельних плуга, трактор їх чіпляють, міряється їх регулювання, щоб була одинакова, і по отмеренной загонке трактора проходят один челночный ход вперед и назад. Вот у нас заявилось 6 участников, и отмеряется абсолютное время, и будет определен, допустим, победитель первого етапу. Механізатори на своїх тракторах змагалися у трьох номінаціях: обробка ґрунту на час, гонки по ґрунтовому колу та тракторний армреслінг. Ми представляємо тут Харківський аграрний університет і хочемо поучаствувати. Это первый раз. Ну, надеюсь, будет все неплохо. Агродрайв-шоу – це ще підготовка до майбутніх міжнародних турнірів. Україна отримала запрошення стати постійним членом Всесвітньої організації зі спортивної оранки. На Харківському тракторному уже готують команду «Трактор Тім», яка братиме участь під прапором України у чемпіонатах світу.